Всем добрый день. Это питомник роз Полины Козловой. У нас конец августа. Вроде бы должно быть прохладно, но температура сейчас, это что-то такое невозможное, наверное, под 40 градусов. Но, тем не менее, розы цветут. И вот одна из красавиц, которая прекрасно переносит жару. Это мадам Анизет. У меня уже было видео. У кого еще YouTube остался, там есть несколько видео. Я показывала ее крупным планом, какие у нее шикарные большие кусты. А это вот мне прям так цветок понравился. Она такая красивая. У нее и не белый цвет, и не фарфоровый, и не розовый. Из-за того, что лепестков много, и вот то место, где лепесточек присоединяется к основанию начала бутона, к такому еще не созревшему семеннику, вот там окрас совсем-совсем немножко желто-розовый. И вот эти вот маленькие точечки дают вот настолько сильный оттенок в середине цветка. Мадам Анизет. Шикарная роза. Хороший такой представитель чайно-гибридных. Такой жесткий ствол, хорошие бутоны. Букеты из нее получаются шикарные. Стоит она хорошо, прекрасно. А в садах, где ее любят, где ее кормят, где водички хватает, она там просто она там жирует огромная, и стоит такая лошадина, колючая. Ну вот как-то так. Мадам Анизет.